Так, ребятки, доброе утро. 6 часов утра. Прохладненько. Сейчас собираемся с товарищем кое-куда. Ну а куда? Сейчас покажу куда. Так, утро. Красота. Вот такой вот. Так вот я упаковал антенну. Так, сейчас покажу, как мы с Жекой тут залезли. Жека, посмотри, улыбнись. Да. Вот Евгений Харитон. Привет. Вот кладбище, романтика. И вот смотрите, это юг у нас. Вы видите, какая красота. Мы залезли на гору. Вот, вот север. Вот УР-3 QQC. Так, вот это Жекина антенна. Он взял еще на FM диапазон. А ну, красавчик. Класс. Так, вон мой швабровец стоит. Где он здесь? Вон. Будем пробовать. Взял я фотик, все дела. Будем пытаться проводить связи какие-то. УР-3 щука-щука центр. Слава тебе. Иван Елена Киловатт. Ну, это понятно. ИЕК, Иван Елена Киловатт. Рад вас слышать. Доброе утро. 5-9, как всегда. Полевой день, 4 элемента в руках, 5 ватт, QSL. Да, Саша, приветствую. Христос воскрес. УР-3, щука-щука, центр, щитер, Иван, Елена, киловатт. Пятерка-девятка, Геннадий Донецкий. Да, Геннадий, ну ломите здесь, все гнете. Рад вас слышать тоже. С праздничком и всего наикратчего, 7-3. Спасибо, Саша. Доброе пожелание, доброго дня. Подключусь? 73, с праздником. ДХ. Окей, 7-3. 7 на 2, Ульяна, Роман, 3, щука, щука, центр, дробь поля, всем прием. Вон какая-то хуйня там, с той стороны. Ух, это я, 3, щуки, центр, у меня на радиосем, щука, 9 баллов вы нагадали, тезка. Да, тезка, принято, рад вас слышать в очередной раз. Тут мы с товарищем вылезли на горку, в поля, полевой день устроили. 4 элемента в руках и 5 ватт, QSL. Да, нормально, 5 ватт ваши, замечательно работает, все отлично. Одна из моделей, 7 баллов, ну а она тут вообще забалладна. Все отлично. Вопросов подключать тебя? Сегодня, и с утра было 15, сейчас может быть уже 16. Что у вас там, то же самое? У нас тут жарко, ну как, солнце светит хорошо. Послушайте моего товарища Евгений Харитон, Женя, рядом со мной стоит, у него тоже 4 элемента в руках. Вот, послушайте, будь ласка, его QSL. Да-да. УР-7 щука радио, УР-3 щука Елена Харитон на приеме. Да-да, УР-3 щука Елена Харитон. Доброе уточка. Ну, на одном уровне, слышу. Тоже 5? Да, Александр. Александр, да, на приеме, Евгений. Да, Александр, ну, отлично, на одном уровне, значит, у нас 5 ватт и там выходная. Вот, значит, антенны работают одинаково, вот. Да, спасибо за ответ. Доброго дня. Пожелаю 73. Спасибо. Ну, у вас модуляция там вот. Подумайте. Ну, конечно. В ЕСКе она мощнее. Смотрю, одинаково показывает. И вам хорошего дня, хорошего там отдыха. И 73, до встречи. Ясно. Спасибо, 73. Да, спасибо, Александр. Всего наикращего, 73. Всего доброго. 7 на 2, Ульяна, Роман, 3, щука, щука, центр, дробь поля. Всем прием. 7 на 2 метрах, УР-3, щука, щука, центр, дробь поля. Для всех на приеме. Херсон? Так как видишь, его просто тут нет. Так, еще раз, репитер с этой, со знаменки, как он там, 500... 650? Харитон. Ахеяха, Куку. Куку, это что? На удивление, Черниговка, Валентин. А. Да, Валентин, принято. Я тут в поле недалеко от дома. Такие походные 4 элемента и 20 ватт на выходе, вот на приеме. А так, а куда ты накрутил их? Так, если не сказал Евгений Запорожье, вот 5-9 принимаю, и на антенну в вашу сторону, вот приблизительно где-то на Черниговку, на приеме. А, да-да, да я в курсе, что Евгений, я наблюдаю вас 2 дня уже. Хороший сегодня с утречка ходик так был, красота. И меня подключишь.
именно, конечно. Ромка, слышу, 20 ватт ваши, отлично, прием. Да, ну тут где-то холмик метров 12, так что хорошая видимость. Вот, я тоже с утра РЗ-6А слышал так немножечко, но тем не менее, да, был проход. Ну сейчас как-то в основном так, до 200 километров. Звенит Елена. А сейчас не громко, может проходить такое. А где, с какой стороны вы города находитесь? Восточная окраина, ну то есть как раз вот в сторону Орехов, Черниговка, выход хороший, тут прямо видимость. Ромка, пятерка, девятка, так же улочка. Еще что-то говорит. Понял, понял. Да, не будем еще... Подключи, Жека, ёпта. А, всего доброго. Всего доброго, Владимир, на Зверево, 7-3, пока. Ку-ку, здесь УР-3, КЮКЮЦ, принимаете? Здесь Ульяна, Роман 3, Щука-Щука-Центр, дробь у поля. Да-да, принимаю. 5-5. Христос воскрес. Да, воистину воскрес. Так, тут 5 ватт, рядом с Жекой стою, тоже 4 элемента, но у меня не 20 ватт, а 5. Портативка, КЮСЛ. Скоро старый Сергей, прием. Старый. А тут Володя старя замешает, немножко подмешивает. Имя как еще раз? Саша, Саша Александр, КЮСЛ. Здоровья, удачи, да, пока. Да, здесь очень много станций с Донецка и так далее. Александр звать, Саша Александр. Да, да, принял, Саша, есть контакт, удачи. Да, до побачення, 7-3. Это 8, Дима, Оля, что-то Иван. Дмитрий в Орпете, Лиза, Елена, Анна в Орпете, Лиза. Всем на двух, Ульяна, Роман 3, Щука, Щука, Центр. УР 3, Щука, Щука, Центр, дробь поле. Кричи, Жука. 2 метра, Ульяна, радио 3, Щука, Елена, Харитон. Всем прием. УР-3, Щука, Елена, Харитон, Ульяна, Игорь, Первый, Иван, Тамара. Ульяна, Игорь, Первый, Иван, Тамара, УР-3, Щука, Елена, Харитон. Доброе утро, 5-9, Ромка, Евгений, город Запорожье, прием. Да, Евгений, Запорожье, доброе утро, с праздником, Евгений. Пятерка, девятка, Ромка, Тарес, Владимир, как принял, Евгений, прием. Да, Владимир, отлично, принято. Также с праздником, мы тут, я тут недалеко от дома. 20 ватт на выходе и 4 элемента в вашу сторону на горке, вот на приеме. Подключаюсь еще. Вряд ли, сомневаюсь. Ушел, да? Да, спасибо, 73. Нестабильно. 25 дизель, скажем. Да. Терес, Терес, здесь УР-3, КЮКЮЦ, Ульяна, Роман 3, Щука, Щука, Центр, дробь поле, принимаете? Так, ну еще раз, УР-3, Щука. Ульяна, Роман 3, Щука, Щука, Центр, УР-3, Щука, Щука, Центр, дробь поле, КЮСЛ. Ой, немножко с шумом принимаю, так немножко, где-то 5-5 принимаю с шумком. Вот, Владимир, нахожусь я в городе Терезе, прием. Чуть-чуть бы добавить бы прием. Ну, чуть-чуть не могу, здесь 5 ватт. 5 ватт, 4 элемента, полевой день, КЮСЛ. О, сейчас хорошо. Или немножко подвернулись, а сейчас хорошо, где-то до 7 баллов. Отлично, понял, полевой день. Еще раз имя скажите, где вы находитесь, прием. Возле Запорожья, Александр. Александр возле Запорожья, полевой день, 5 ватт, 4 элемента. В руках держу, КЮСЛ. Да, ну хорошо. 25 выше или А? Я Ульяна, радио 3, Щука, Елена, Харитон. Ульяна, радио 3, Щука, Елена, Харитон. 4, Щука, Елена, Харитон.
Евгений, город Запорожье. Где-то 5-5 вот ушел сигнал на приеме. Ага, принято. А как ваше имя и куда ведете передачу, прием? Евгений, город Запорожье. Город Запорожье. Это в поле 4 элемента тестирую походный и 20 ватт на выходе вот на приеме. Ну сейчас хорошо, хорошо. Где-то до 9 баллов прекрасно. Подключи. До новой встречи. Вам удачи, здоровья, у вас хорошая антенка. Вот, но репитер вы где-то на уровне репитера открываете, где-то почти 8 кубиков. Доброго, хорошо, ну, спасибо, давай. Евгений, удачи, здоровья, спасибо, что подошли. 73, всего вам доброго. Рад очередной встрече, прием. Да, сейчас сигнал вырос. И послушайте еще один сигнал рядом, две щуки центр на 5 ватт. Вот. Так, Мелитополь, здесь Ульяна, Роман, 3, щука, щука центр, дробь поля, принимаете? Да, принимаю, но очень слабенько. Где-то 3 балла. 3 балла принимаю. Щука Сендер, щука Мария Харитон, прием. Да, ну, в общем, не сильно большое прохождение. Здесь 5 ватт, 5 ватт, 4 элемента. Я нахожусь рядом с Женей. QSL. Так, в общем, понятно. Ну, а сейчас вообще затих. А сейчас не лучше, не? Не лучше сигнал? Добренько, Евгений. Спасибо, что подошли, ответили. Удачи, здоровья. Ага. 73, всего вам доброго, спасибо. Да, спасибо, промониторили сигнал наш. Вот, удачи вам, 73. Да, всего вам доброго, будьте здоровы, пока. Короче, энергетика. Ну и прохождение. Ну понятно. О, слышно было? 500. Запорожье, Днепр, Павлоград. Понятно. Понял, да, мощно. Тут с одним бедом. Чаплина, да? Думала. Давай сейчас. Телефон уже. Батарея села. Это 100 километров? Телефон утром был красный. То один, то второй, то три. Он сюда мощно идет. А был 9, да, это самое. Ага. И до радио не подходило. Не то. А, понятно. Да, у меня вчера тоже. Понял. А как по Зиноеву? Так, новостей нету. Потихоньку, вроде все в порядке. На вечер вроде дождь там передают, ну посмотрим. Брэк, 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 брэк. Не состоялось. Посмотрим, как сегодня будет. Брэк, брэк, брэк. Это передают, ну а там РП-5 висит у нас. На Гишмичу тоже, по-моему, есть. Да, крикни там. Хорошо, Алексей, так, в принципе, ничего нет более. Не. Ну кто-то пробей, если что там позади. Понятно, что ж. Хорошо. Всего доброго, удачи. Здоровья. Где-то там Днепр получается, чувак. Давай, до связи. Давай, Зинёк. 2 метра, Ульяна, радио 3, щука, Елена Харитон, всем прием. Так кто-то был, Алексей, из Дропполя, а я так краем уха почуял вот это самое. Переспросил, так никто и не подошел. Щука Елена Харитон только что был. Да, это слышно. Я за дробполе. Да, это что же поле? Скажи, что ты поле. Да, на дробполе не слышал. ЕК работает на переносную радиостанцию. Переносная антенна, переносная радиостанция. И еще кто-то. Так, здесь Ульяна, Роман 3, щука, щука, центр, дробь поле. УР-3, щука, щука, центр, дробь поле. Кто принимает, всем прием. Щука, центр, дробь-поле, Александр, по-моему, если я не ошибаюсь. Это тоже Александр? Доброе утро. Рапорт при следующем включении, например, ОР-5, Елена, Сергей, центр, слушай. Да, Александр, принято. 5-9 проходите, в общем, я возле Запорожья на гору тут залез, 4 элемента в руках и 5 ватт. Вот такая вот информация, Александр, QSL. В моем направлении антенна, да? Ну, конечно. Но было громче. Было 9+20. Сейчас на 7 баллов сигнал упал. Такое QSB, например. Да, ну это ж прохождение как-никак, ничего не поделаешь. Принимаю, в общем, отлично, как всегда, Александр, полевой день. А рядом Евгений Харитон тоже сидит. Жека, он тоже поле, но стесняется говорить об этом. Жека, будешь включаться? Вот, сейчас Женя включится, послушайте его. Давай. Да, я Ульяна, радио 3, щука, Елена Харитон, на приеме. ОР-3, щука Елена Харитон, Евгений,
20. Громко слышу. Чаплин Александр. Да, Александр, доброе утро. Ну, у меня 20 ватт на выходе. Так, а кричи. Четыре щука на Николаю, Артри щука Елена Харитона. Доброе утро. 5-8 принимаю, Евгений из Запорожья. Например. Да, Евгений. За 9 баллов я вас принимаю. Бердянский Александр. Меня подключи, можно услышать. Да, Бердянский Александр, принято. Мы тут в поле выехали на 4 элемента. У меня 20 ватт. А сейчас товарищ на 5 ватт еще попробует. Послушайте. Да-да, пожалуйста. Так, Бердянск, здесь Ульяна Роман 3, щука, щука, центр, дробь поля. Принимаете? Щука, щука, центр. Я у вас 4, щука, Анна Николаевна. Слабо, слабо, 4-5 баллов. Ну, у меня 5 ватт. 5 ватт и 4 элемента в руках держу, КСЛ. Пока еще понимаю. И будьте здоровы, ребята, удачи вам, 7-3. Да, все наикрасшее, 7-3, нормально. Ну, пойдем. Да, спасибо за КСЛ и 7-3, до свидания. Будьте здоровы. Бердика. Уже 7 Иван Иванов, Артрищука, Елена Харитон. Принимаете? Харитон, доброе утро, 5-9, Александр, Мариуполь. Да, Александр, принято. Также 5-9. Ромка, Евгений, город Запорожье. 4 элемента, 20 ватт в вашу сторону. Вот, например. Да, немножко перекрывает вас. Хорошо, Евгений, спасибо. Подключи тоже, если. До связи, 7-3, пока. Да, спасибо. И промониторите еще на 5 ватт две щуки центра. Так, Мариуполь, Мариуполь, здесь Ульяна Роман 3, щука, щука, центр, принимаете? Две щуки центр, ну я понимаю, 5-5, 5-6. Мариуполь, Александр, прием. Да, принимаю 5-9 с плюсами, Александр, Запорожье. 4 элемента, 5 ватт, стою тут на горе, в руках держу, КСЛ. Да, Саша, принято, спасибо, удачи вам на выезде, пока, 7-3. Да, все наикращего на Мариуполь, 7-3. Ну, нормально. Сколько это Мариуполь от нас? 170, да? 5-9, Александр, Мариуполь. 170 км, норм. Не Крым, конечно. Ну,